Добрый день, дорогие друзья! Сегодня расскажу вам о корейской косметике, о корейской коллекции ICU Faberlic. На нее вы можете посмотреть на странице 120-124 каталога номер 8-9. Называется «Шесть шагов к нереальному». Эта коллекция называется «Шесть шагов к нереальному чок-чоку». Что такое чок-чок? Чок-чок – это такое сияние, здоровое сияние лица, на котором, собственно говоря, на этой идее построен весь культ красоты в Корее. Начинается уход вот с такого гидрофильного масла, артикул его 0844. Это очень легкое масло, которое демакияж лица делает. Если чуть-чуть воды добавить, оно превращается в такую очень легкую эмульсию, которая даже самый стойкий макияж удаляет, я хотела сказать. И можно на 30 секунд оставить, а потом промассажировать и смыть теплой водичкой. Можно использовать для массажа это масло. В состав этого масла входит уникальный экстракт водорослей фулиго. Это в Южно-Корейском море они водятся, очень полезные, с микроэлементами, с витаминами. И экстракт шелковицы белой. Это мощнейший антиоксидант и там просто сокровищница витаминов и минералов. Есть идея, что нужно умываться дважды. Я поддерживаю эту идею и даже советую вначале пользоваться гидрофильным маслом, а потом пользоваться пенкой для умывания, которая тоже содержит экстракт водорослей фулиго и здесь витамин В5. Это очень такой увлажнитель мощнейший. Артикул этой пенки 0850. Она очень нежная, прекрасная пеночка. Вот так, там жидкость внутри, ясное дело, да? Сейчас покажу вам, да? Вот такая пеночка получается. Она нежнейшая, просто нежнейшая. Глазки ей умывать одно удовольствие. Пахнет вся серия ICU апельсинами. Шикарнейший запах. Рекомендую вам попробовать. А цена у нас по сравнению с корейскими аналогами, ну, раза в два, то и три меньше, но по качеству, по эффективности она, эта серия, я знаю, что говорю, сама пользовалась корейской косметикой, был момент, не уступает по качеству. Поэтому пробуйте, милости просим, кто мечтает о корейской косметике, попробовать ее по очень и очень доступным ценам. Цены на эти продукты я оставлю внизу под моим видео. Если вы хотите попробовать наши продукты, я оставлю ссылку на самостоятельную регистрацию. Вы по ней можете пройти и стать покупателем марки Faberlic. Вам придут смс-сообщения для входа в ваш личный кабинет Faberlic. И вы можете пользоваться, делать заказы так часто в компании Faberlic, как вы того хотите. Милости просим. Спасибо за внимание.